Друзья, всем привет! С вами компания Авангард. Вот такой редкий экземпляр и очень крутой привезли нашему клиенту. Машина Nissan Fuga, гибрид, 2015 год, 3,5 литра. Машинка с оценкой 3,5 БЦ, 165 тысяч километров пробег. Оценка 3,5 только лишь из-за того, что пробег больше 150 тысяч километров. Очень интересный автомобиль. Очень технологичный. Комплектация VIP. Соответственно, здесь есть все, что может быть, кроме люка. Итак, у нас обязательно бесключевой доступ. Здесь все стандартно, как у всех автомобилей. Память сидений, музыка, регулировки электро, поясничный подпор регулируется. Вот в таком состоянии кожаный салон, да и в целом салон очень даже в порядке. Вот так это все выглядит. Заводим. Рули сиденья подаются. Так как у нас машина гибрид, соответственно, машина заряжена. Она просто запустилась в гибридном режиме, но не завелась. Здесь горит датчик давления шин, надо подровнять давление и сбросить ошибку. Вот такая вот мультимедиа, часики, все очень выглядит премиально, круто. Пассажирское сиденье. У нас пассажирское сиденье с тремя регулировками. Еще и атаманка. Вот она, атаманка, она выдвигается. Итак, что у нас есть интересного по автомобилю? У нас есть адаптивный круиз-контроль. У нас есть круговой обзор. Всяческие системы предотвращения столкновения, сонары и так далее. Машина очень технологически сложная. И очень много опций, о которых я, наверное, даже вам не расскажу, потому что крайне мало я знаю об этом автомобиле. Все только то, что смог посмотреть в интернете, а в интернете о нем очень мало. Есть у нас шторка, вот здесь кнопочка. Шторка раскладывается. Итак, у нас есть круговой обзор, как я уже сказал. Вот есть передняя камера. Есть в зеркале камера, соответственно, вот круговой сам обзор, камера, включаем заднюю, а у нас сейчас задняя камера включена. Вот у нас сейчас включена передняя камера, когда мы включаем заднюю передачу, включается задняя камера. Чем интересен еще этот гибрид? Тем, что, допустим, Crown 204, он идет на планетарной передаче. Здесь стоит автомат с двумя сцеплениями. Очень интересная система. Вот здесь даже показано о том, когда там замыкается и когда размыкается сцепление. То есть у нас электромотор находится на задней оси. И когда работает у нас только электромотор, то есть у нас энергия подается и колеса крутятся от электромотора. Когда запускается двигатель, здесь замыкается сцепление и, соответственно, работают уже они в паре. То есть интересная такая система. Так, поехали. Едем на электротяге. Камера кругового обзора. Передняя камера, когда есть, это тоже очень круто, очень помогает. Обзорность великолепная. Ну, камеры, соответственно, от 15 км в час выключаются. Двигатель у нас заглушен. Мы все продолжаем двигаться на электротяге.
машины очень хорошая шумоизоляция, очень хорошо себя ведет, подвеска в хорошем состоянии, никаких посторонних звуков. Машина очень хорошо обслуживалась в Японии. Завелся мотор, нажав на газ чуть-чуть. Динамика очень хорошая. Вот, бросив газ, я 80 качусь, мотор заглушен, то есть накатом катимся очень хорошо. Чуть-чуть нажимаем газ, мотор заводится, и соответственно поехали. Едем 70, газ в пол. Очень мощная машина. В режиме спорт держит обороты. Сейчас отпустил педаль. Держит обороты, потому что газ пол держал. Сейчас можно переключить на эко-мод. Включил эко-мод, бросил педаль. Машина скинула передачу и, соответственно, выключила ДВС. Продолжаем катиться на электромоторе. То есть в этом плане вот гибрид — это очень крутая штука, особенно для города, когда вы со светофора разогнались и далее, допустим, от светофора до светофора у вас происходит движение, и вы экономите бензин. Мотор-то 3,5 литра, все-таки мощность есть, поэтому здесь будет экономия достаточно существенная. Расход узнаем у владельца, какой будет, но я думаю, будет порядка 10-12 литров на 100 километров в довольно-таки интенсивном режиме движения. Сейчас прям кайф. Газ в пол нажимаем. Едет очень хорошо. В эко-режиме опять же педаль отпустили, сбросила передачу и заглушила машину. Это, ребят, кайф, вообще прям круто. Движемся на гибриде. Включаем спорт. Вот у нас показывается, как работает система, когда машина заведена. Не, друзья, едет она феноменально. Мне очень нравится, как она едет. Очень интересно реализовано. Ну, здесь, соответственно, у нас отсчетчик, зеркальце, все стандартно, все красиво. Сейчас сядем на задний ряд. Кстати, интересно, но при открытии двери почему-то заводится машина. При перевозке у нас в нашей компании ложатся вот такие вот штуки. Это специальный гидрогель, который впитывает влагу, то есть предотвращает накопление влаги в салоне. Здесь кармашки, ручка. Все стандартно, красиво. Выглядит очень премиально. Все-таки Nissan салон умеет делать. Я вот сел сам за собой. Место еще вагон. У меня рост 172. То есть сзади места много. Вот такие вот светильнички. Здесь интересно, вот такой еще есть светильник. То есть если едет сзади пассажир и хочет почитать, то он включает себе свет. Интересно реализовано. Вот такие вот сиденья. Подлокотничек. Что у нас есть в подлокотнике? Соответственно, подстаканники у нас есть. У нас есть управление климат-контролем, управление музыкой, соответственно. И есть вот такой вот набор кнопок. Здесь у нас есть регулировки, подогревы, шторка. И опять же регулировки пассажирского сидения. Двигается не только спинка. Еще двигается у нас основание сидения. То есть... очень круто, как в Цельсиоре.
Majesty двигается только спинка. Здесь у нас, соответственно, ничего нету, так как у нас машина гибридная. Батарея находится сзади. Здесь обычная пепелка. Вот так это все выглядит. По поводу музыки забыл сказать. Здесь, соответственно, есть у нас Bluetooth, есть диски, есть USB. USB находится здесь в подлокотнике. Вот, музыка достойная. Очень много динамиков. Там находится сабвуфер. Здесь тоже находятся динамики. Давайте все сейчас посмотрим в багажнике и под капотом. Вот такой у нас багажник. Здесь у нас находится аккумулятор и, соответственно, гибридная батарея. Здесь у нас находится докатка, домкрат. Все стандартно. Багажник у нас с доводчиком. Двери, к сожалению, с доводчиком не бывают на Nissan. Соответственно, видите, не закрывается. И давайте откроем еще под капот, заглянем. Вот такой мотор VQ35 шепчет с гибридной установкой. Два замка капота. Работает просто идеально, шепчет. Выглядит машина очень агрессивно и очень круто. Вот у нас как раз адаптивный круиз здесь, сонары, туманки и все остальное. Машина очень крутая, друзья. Клиент будет очень доволен. Это уже совсем другой уровень. Такие автомобили выходят около миллиона. Поэтому, если кому интересно, обращайтесь. Будем рады вам помочь, привести. Все ссылки на контакты будут в описании. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.